Нашествие. Всем привет, это Марина Карпова, мы находимся за сценой фестиваля «Нашествие», и прямо сейчас, после своего выступления на главной сцене фестиваля, к нам пришла Линда. Линда, привет. Привет всем. Сразу вопрос, кто автор этого прекрасного наряда? Это Елена Басова. Это, не знаю, очень творческий человек. Он что-то символизирует, этот костюм? Да, это цветок, наверное, солнца, скажем так. Цветок мира, гармонии мира, призыв к миру, какому-то объединению всех и всего в этом мире. Ну вот это единение, как ты считаешь, сегодня случилось во время выступления? Я считаю, что абсолютно, потому что... А что еще остается нам делать в этой жизни? Я специально почитала историю фестиваля, и по моим подсчетам 10 лет не было тебя на фестивале, правильно? Вообще, да, мы были два раза на фестивале, наверное, последний раз это был 2005 год. Нашествие — это всегда как бы по-нашему, мне кажется, это очень энергично, очень харизматично, очень, не знаю, громадно, что ли. И вот эта вот энергия, она, ну, дает какое-то движение, что ли, всем, наверное, и исполнителю, и аудитории. То есть вот это вот единение, оно на самом деле важно. Нашествие.